Так, всем здорово, всем привет, чуваки. Сегодня будем добивать DLC-ху. Ну, последние DLC-шки две. Нож Данвала и Ведьмы Бригмара. Так что давайте начнем. Не будем терять времени. Так. Чтобы приобрести. Так, услуг нету. Но это, по-моему, последняя часть второго DLC. Давайте-ка мы возьмем. Да, здесь, в принципе, ничего не надо особо. Может, кроме только дротиков побольше возьмем. И пойдем. Миссию. Да, вот здесь мы остановились в прошлый раз. На прошлом стриме я, честно говоря, думал, что на этом DLC заканчивается, но, видимо, это не так. Поэтому. Dad, we've been attacked. Overseers are tearing the place apart. Looking for you. They're holding our remaining men, and their leader is in your chambers as we speak. If we take him out and free our men, we can still drive the Overseers back. I want to know how the bastards found us in the first place. Да, я помню это, когда на них напали эти оверсиры. Я помню эту часть. Блин, зря купил. Дротики дают в начале самом. Сори. Да, здесь надо будет убивать этих педиков в масках. Отразить атаку оверсиров. Это я помню, да. Это я помню. Смотритель. Пленный. Пленный. А, там еще пленные. Чего? А, тело нашел. Ага. No wonder they keep to the shadows. They're nothing in a stand-up fight. I know you're... Так, норм. Все, вроде нет больше никого. Окей. Дротик дали взамен. Так, где там что шумит? Это здесь руна, по-моему, что ли? Блин, он прям лицом на нее упал. Лол. Да что она так лагает-то у меня? 30 FPS.
FPS? Что за бред? Такого быть не может. У меня всегда в 60 FPS работала эта игра. Что за херня, блин? Бред какой-то. Вообще не нравится эта хрень. Спасать этих ассасинов в санах. И тут игра сохранилась вроде, да? Тихо, тихо, тихо. Еще кто? Смелый. Кто? Где? А, вижу. Блин, а? Почти ваншотнул. Падла. Сколько у меня? Че, убили? Их убили? А, вижу. Блин, что-то надо реально подлагивать, так стало жестко. У меня комп реально умирает уже. Причем вот здесь прям 60 FPS четкие. Иногда прям просаживается в том же самом месте. Вообще этого не понимаю. Кто еще там остался? А, вижу, все. Да блин, вырубись ты. Да хорош. А, господи. Все из-за лагов. Тут прям 20 FPS. Да что ж такое-то? Чего у меня с компом такое случилось-то? Что за бред вообще? Теперь 60 FPS. На этом же самом месте. Как это работает вообще? Странная херня. Чего они сбежались-то все вниз? Что произошло? Теперь игра что-то херня какой-то страдает. Лол, вообще не пойму ничего. Так, мне надо, пожалуй, наверх телепортнуться вот сюда. Да что за херня-то? Появились же эти стрелочки, саны. Я не знаю, почему не сработал. А, я понял, почему. Она, видимо, когда загружается, она еще прогружает текстуры, может, еще что-то. Потому что вот сейчас у меня 30 FPS показывает экран. 33 FPS. Сейчас она прогрузится и будет 60. У меня так было с какой-то игрой. Нет, теперь всегда 30 FPS. Ох, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что происходит? Понять бы, что происходит. А, они эти воюют с этими, с чуваками, с моими, типа, с ассасинами. Вот че, они вниз-то побежали. Блин, вот идеально я тогда все было бы, если бы не тот хрен, который меня увидел почему-то. Их просто здесь до жопы, просто. Просто до хрена. Я не вижу смысла особо тратить на них эти. Сори. Блять, кашель какой-то еще ссаный. Не вижу смысла тратить на них дротики, потому что их тут просто миллион человек. Просто целая армия. Поэтому лучше все это по стелсу сделать. Блять, жопу сломал теперь. Пожалуй, сохранюсь в этом месте лучше.
Давай, давай, в этот раз сработай. Ну, в этот раз сработал. They who put their trust in the outsider grasp red water and drown. Litany, fourth day, verse 11. What was that? Бля, это кто меня увидел-то? Оп, твою мать. Не, ну здесь их, конечно, просто дикое количество в этом, в этой локации. Просто очень много. Еще бесит вот эта херня с этим DLC, что она прогружает текстуры полчаса. Поэтому 30 FPS держится некоторое время. Это прям очень плохо. Ставить мину, может. Как вариант. Твою мать. Ага. Меня сверху еще палят. Я не сверху, вот тут еще несколько уровней. Это просто ужасная локация, на самом деле, для стелса. Блин, еще горло что-то болит, пипец. Ну. Там еще были чуваки. Да, точно. Чуть подальше надо отойти. Кинуть сейф. И главное вот этого педика вырубить первого. В смысле, я попал же в тебя. О. Кстати, я не знаю, если они лицом в воду падают, они умирают, не умирают. О, вон что творится. Что это такое? Что это за магия такая? Лол. Ну ладно. Не, без сознания. Но они не совсем лицом в воду, они текстуру поспорились. Так, все, да? А, еще, блин. Еще одного ассасина. Спасти надо. Еще группу, точнее, ассасинов. А, они наверху, которые, да, самые. Так. Сюда. Они, помню, здесь ходит, не ходит народ. Подожди, а где еще пленные? А, блин, там. Зря я сюда пошел. Надо бы сразу там их спасти, а потом. Ну ладно. Я теперь хрен туда попаду. Надо теперь опять в обход идти. Будет слишком палевно. Да что ж оно FPS-ка так скачет-то, господи. То ли с компом какая-то херня, то ли. Не понимаю совершенно. Все же идеально было. Одно время. Теперь все плохо. Ой, блин. Блин, они вообще охреневшие просто. Слишком много чуваков, слишком много. Да. Они еще голову поворачивают, главное, вот что прикол. Блин, ну FPS-ка реально прям... Что-то такое ощущение, что с компом какая-то хрень происходит. Такого не было никогда с этой игрой. Такое ощущение, что я играю не в первый Dishonored, а во второй, блин. Где реально FPS в жопе. Такого никогда не было с первым Dishonored. Все было идеально. Я не понимаю, что не так.
Все, я помню, что еще и здесь хреново туча. Вот здесь надо сейф кинуть. Блин, ну вы прям... Охуевшие, чуваки, серьезно. Давай, упади еще вниз, ага. Издеваетесь, что ли, чуваки, серьезно. Кто? Кто меня видит? Откуда? Блин, отвратительная локация. Терпеть ее не могу, кстати. Вот это убежище Дауда полное говно, блин. Здесь 50 уровней, и на каждом из них по 10 врагов, блин. Еще на этой сложности все палят просто. Так, ладно. Если предыдущие были как-то еще более или менее можно было там стелсить, то здесь вообще... Где-то наверху. Они еще вниз смотрят отсюда. Ну-ка, здесь ходит кто-нибудь? Нет, вроде никого нет. Они, как я, прям кряхтят. Короче. Тихо. Блин, по два человека на... Ну... Да откуда ты-то взялся? Твою мать. Ебать, сколько их в этом доме разрушено? 50 человек, что ли? Охренеть можем. Просто как будто они со всех карт согнали врагов в одну точку вообще просто. Бред какой-то. Тут дом 2 на 2 метра, блин. Откуда их столько врагов-то здесь? Или типа такая облава на меня. Ну, можно было бы их не убивать. Ой, то есть не убивать, не спасать, блин. С другой стороны, их не так сложно, в принципе, спасти. Они все на этаже выше. Вот там. Просто я вырубил двоих, еще один откуда-то спустился сверху. Сколько их? Трое, четверо. Ладно, настало время, я думаю. Вот этой штуки. Давай, давай, иди сюда. Подожди, она их убил. Блин, подожди, а что это? Стоп. Она их убила. Убивает? Не понял. А что это за мина такая? Я помню, что есть мина, которая электричеством бьет и не убивает врагов, а в шок повергает. Блин, что за бред? Да подожди, не пали. Чё-то я вообще запутался. Я помню, что есть мины, которые кидаешь, и они просто, ну, получают заряд и падают. Или это во второй части только такая мина есть, в первой нет ее. Да нет, по-моему, была такая. Ну, второе... Первый Dishonored, он, конечно, больше на убийство заточен. Чего и говорить. Втором больше гаджетов. Хотя, по-моему, тут тоже была такая мина, но... Ну ладно, может, я что-то... О, опять разговоры про сквот. Мои любимые. Так, ладно. Сколько у вас тут ходит-то, господи? Здесь сохранено. Дурацкое место. Вы достали, чуваки, реально, вы достали. Врать не буду, вы надоели мне. Вот сколько их сейчас сбежит сюда? 10-15 человек? Блин, еще бежит. Да сколько же у вас тут? Тут столько места-то нет для людей, сколько у вас тут. Кретина со своей шарманкой, блин. И еще, по-моему, один там был. Наверху сам.
Или нет? Или это все? Нет, все, по-моему. Так, все. Отлично. А что мне с ним делать-то? Я... Убить его надо? А может, я могу его не убивать как-нибудь? Может, я его могу вырубить? Я ж вроде не убиваю никого. Что теперь? Someone get over here. Where are you? Yes. Ну их просто здесь миллион, я не знаю. Ладно, крути свою шармонку. А, она хп еще снимает. Ладно, ладно. Попробую по стелсу это сделать. Ну, что-то я не помню, что так сложно было. Я помню, что вообще легкая игра была. Что-то прям дико сложно. Вообще, что-то жесть какая-то. Как интересно, это можно по стелсу все сделать, вообще никого не это не поднимая тревоги. Когда их там 8 человек только в одной комнате ходит. Так, вот здесь надо сохраниться, после того, как они договорят наконец. Чтобы каждый раз не слушать их. И что ты так и стоишь и смотришь на него, да? Ло, вообще крутяк. Ну-ка. Да блин. Очень плохо. Еще вот эти лаги бесят, которые после загрузки некоторое время держатся. Блин, он видит меня сквозь стекло двери, блин, охренеть. Просто у них сверхъестественное зрение, блин, на этой сложности. Я просто не знаю. Ну вот вообще, как вот он меня увидел? Он с другой комнаты меня увидел вообще. Хватит лагать. Верни 60 FPS мне, твою мать. Нет, что-то какая-то у меня, наверное, с компом проблемы. Надо будет что-то делать. Я, правда, не чистил его уже года 4, наверное, но... Не знаю. Может, конечно, делаю в этом, но... Ну, не 4, конечно, я преувеличиваю, но давно не чистил. Да и, в принципе, надо почистить его... программой какой-нибудь, что у меня вроде как всегда все хорошо работает в таких играх. Не, но он стоит, просто не уходит никуда. Вот он стоит, его друган просто стоит и смотрит на него. И вот как мне интересно по стелсу это делать все. Ну это просто несерьезно. Могу свалить куда-нибудь подальше и переждать, так сказать, тревогу, но стрёмная фигня. Так, сложный план, сомнения, скорый сандаут окажется у нас в руках, ну конечно. Что теперь? Твою мать! Откуда ты взялся, блин? Дот, блин. Надо было брать и сразу убегать, блин, а не стоять читать его. Во.
понял. Ну что дальше-то делать? План нападения. Что-то какая-то долгая и сложная миссия. Я помню, что, по-моему, я вообще этой миссии, начнем с того, не помню. Уж точно не помню, чтобы она была такой долгой и сложной, блин. Я помню, что... Я помню первые две миссии, а это... Что-то какая-то жесть вообще. Ай-яй-яй-яй-яй. Вообще не помню вот этих меток, не помню, что какие-то планы нападения, чё. Уж я не играл? Не, я вообще играл. Очень странно. Бля. Нет, чувак, иди нафиг. Нет, пойдет. Лучше с другой стороны. Тут еще один. Ну их просто миллион здесь. Просто миллион. What's our next move? Убить, арестовать, ну арестуем, допустим. Capture as many as you can. Their plans are ruined. О, под конец вот меня запалил. Все. Give me a report. We'll take the overseer who led the attack and find out what else he knows. As soon as he's conscious. It seems the overseers are marching into the flooded district, planning a massive assault against us. This overseer Hume went against orders and attacked early. Our men, the ones you freed, were able to rout the remaining zealots. This place belongs to us again. How did the cursed overseers find us? It's my fault. I told Delilah where we were hidden. She wanted me to turn on you. You did this. But I can't go through with it. Stupid child. All you had to do was cut his throat. He deserves better. I was an idiot to listen to you. So that's your choice then, Dowd. Her betrayal would have been the sweetest. But either way, the Brigmore witches will be your end. You should have forgotten my name the day you heard it. I think it was always understood between us. That I'd see my moment and take your place. I moved too early. You weren't weak, like I thought. I'm only sorry I didn't pick a better ally. Delilah made contact with the overseers. I thought, between the three of us, we'd have you dead to rights. We can blame the zealots for that. Overseer Hume was too quick to move. My life is yours now. Kill me, or let me live. If it even matters to you. Touching and pathetic. If I see either of you again, I'll tear out your stone-cold hearts and walk in your skin. Блин, ну нет смысла ее убивать, потому что она... В сиквеле будет в любом случае, поэтому пощади. I forgive you. Get out of here. Leave the city. Leave my sight, Billy. I give you your life. Разработчики рассчитывали на то, что мы пощадим ее в этой части DLC. Поэтому она вернулась во второй части продолжений. Так, ну это было первое DLC. When Billy Lurk was 8, she wanted to be the captain of a ship. From the moment she met you, all she wanted was to be a killer. She watched you, learned from you, and then she saw you losing your grip and decided to take your place. And now, she's limping to the outskirts of the city. She'll pay a smuggler to get past quarantine. She'll watch herself for signs of plague for a while,
gradually, the fear and grief that seep into your bones in Dunwall will dissipate, and she'll find a new name and a new use for her skills. Even if Dunwall burns to the ground, one corner of the Empire will still know your story. Dowd, killer of an empress. Dowd, who spared his betrayer's life. Mm-hmm. Круто. Да, и так я понимаю, в DLC мы будем играть за эту, за Билли Лёрк как раз-таки в этом, в новой игре, которая будет в сентябре выйдет. Мы будем пытаться убить аутсайдера. Вроде как Death of the Outsider, который называется. Так, все. Ладно, титры я смотреть не буду. Сразу запущу. Главное меню, наверное. Запущу второе DLC. Точнее, третье, но Dunwall Trials я не считаю, поэтому Бригмар выучит второе сюжетное DLC. Где мы будем вершить судьбу Делайлы, которая главная антагонистка второй части, которую, типа, вернули из мертвых. Опять же, даже не знаю. А, да-да, они переносят здесь использовать низкий уровень. А я еще и высокий уровень играл. Давай низкий. Так, сложность опять Ассасин Мастер. Поехали. He knew. The black-eyed bastard knew that when my blade stilled the Empress's heart and delivered her daughter to the Lord Regent's men, everything would fall to pieces. He watched me do it anyway. And now the world's gone mad. Plague grinds the city down. Corruption rots. A mad killer roams the streets by night, seeking revenge. The overseers have stormed my hideout in the flooded district. And I'm in a strange duel with a mad witch named Delilah for the fate of the Empire. I'd say I was being punished, but I know that the world doesn't punish wicked people. We make our choices and take what comes. And the rest is void. I can't say I wasn't warned. The men are recovering well from the attack, but they don't understand the danger they're in. Так, ну я Дауду пощадил в основной игре, поэтому здесь сохранение переносится. Так что, по идее, Корво не должен убить меня. Вроде как. Корво. Here to settle our debt. You understand. I won't make this easy for you. Ой-ой-ой. Мне с ним драться надо? Ой. Ау. Блин. Да ёптать. Ну что, умрёшь? Что-то я вообще не помню этого. Где он, где он? Ау! Ау. А, это сон. Это его сон, точно, я помню. Да-да-да-да-да. Что-то я вообще этот момент не помню. Убить Корова Атана. А, ну то есть я мог его убить во сне. Ну ладно, хер с ним. Не убил, так не убил. Не буду переигрывать.
Да блин, твою мать. Возьми золото. Склененный амулет. Да, да, это я помню. Еще что-то скрипит. Где? Вверху. Ладно, хер с ним. Пофигу. Блин, все хочу спрятаться от них, но это мои чуваки, поэтому... Не буду. I found Lizzie Stride. Getting her to lend us her boat will be a bit complicated, however. She's in Coldridge. From what I hear, they've got enough on her to hold her for about 1,000 years. Coldridge. We can use this. We'll get her out. And Stride will have to pay back the favor. We'll have our transport. Yes, sir. Your tools have been cleaned and placed in the chest over there. I'll wait here until you're ready to leave. Чего она подвисать стала? Не, это, по-моему, в игре дело, потому что она вот сейчас 60 FPS показывает, 61. И это подгрузка какая-то происходит, непонятная. Не знаю. Is it time to go, sir? Да. Именно. Время. А, это была миссия такая? Лол. Крутая миссия. Очень сложная. Delilah doesn't leave Brigmore Manor anymore. She doesn't have to. Which means I have to come to her. The manor's upriver, far out past the quarantine line. Это, помню, душное место было. Здесь будут собаки, эти сраные магические. I know the players. Ведьмы. Gang leaders. Madams. Corrupt officials. But what I need is a smuggler. Неприятное место. Someone I can trust. It's a reflection of Dunwall. Or perhaps myself. That after all these years, the best choice I have is Lizzie Stride. And Lizzie Stride is in jail. Ага. Вытащить ее из тюрьмы надо будет, да, я помню. Да, вот вы можете использовать своих шпионов. Да, я знаю. Я же уже играл. Единственное, что я куплю, это вот эту тему. Все, что мне реально нужно по-хорошему. Да. Пошли на миссию. А, круто, это disguise, ништяк. Прямо Hitman style. Круто. Да, вот эту миссию я забыл. Я давно играл в DLC-шки, не помню уже. Всего, так сказать. Всех тонкостей, но... Ладно, подождем, пока игра прогрузится, а то... О, сейчас получше. Она реально прогружается, то есть это дело не в компе, а в том, что так работает она. То есть поначалу там 30 FPS, и дальше она прогружается и идет 60 FPS в игре уже. Так она работает просто. Overseer. We sent for you hours ago. There was a problem with the water lock. Fine. Listen up. The incident took place in the interrogation room. Cross the yard and keep going straight. Anything else is off limits. Understand? Don't go explore. Don't speak to the prisoner. Хорошо, не буду. Ничего не буду делать, чувак. Я в моих интересах поскорее пройти эту миссию, поэтому я не буду. I'll be gone before you know it. Отлично. Guard,
ask an old fool in our pylon. Блин. Ну опять что ли? Давай, давай. Так, он сказал, что маска не обманет эту арку, пайлон. Типа, что она убьет меня, если я подойду к ней в любом случае, поэтому надо поверху проходить по-любому. Блин, когда... Нет, записки, когда заходишь читать, тоже FPS падает. Жестко причем. С 60 до 30, блин. Не, ну я не знаю, то ли это реально из-за ОБС, то ли я фиг его знаю, потому что... Я честно не помню, может быть так и было изначально в игре, ну, когда я в нее играл. Но я что-то не помню, я помню, что у меня первый Dishonored вообще идеально шел. Я так думаю, наверное, второй Dishonored вообще нет смысла даже запускать, пытаться. Он, наверное, так будет лагать, что... Не знаю, не знаю. 30 FPS, это вообще чушь какая-то. Просто дикость. Я не понимаю, я сейчас сохранюсь, может. А может, но перезагружу, пойду. Хотя вряд ли. Во. Сейчас опять 60 FPS. А, то есть это такое место лагучее. Это здесь 30 FPS. А дальше проходишь 60 FPS. Или нет? Не знаю. Не понимаю. Так, ну эти арки не работают, по крайней мере, поэтому... Да я знаю, знаю, куда идти, чувак. Точно знаю, куда идти. Так, ладно. Ключ. Тюремный журнал. Магическое тело. Ведьма, небось. Дай пройти, мужик. Дай пройти, что ты встал? Дай пройти, реально. Лоу. Блин, ну что такое с игрой? Реально, FPS-ка дико скачет. Что-то мне даже не в кайф играть таким образом. Не, вот сейчас вот 60 FPS, например. Вот. То есть она реально, по-моему, просто не прогружается. Хрень какая-то. Чувак, спорим, я пройду туда? Просто спорим. Блин, бесит это. Как она работает, на самом деле? Ну, потому что в основной игре такого не было. Так у DLC-шков такая херня появилась. С лагами. Чушь какая-то. А, это после того, как Корвус сбежал уже. Так, все, вот отсюда приходится уже стелсить так по-нормальному, потому что... Да я знаю, да, вот можешь не говорить, что я... Блин, ужасно, конечно. Отвратительно работает. Так ощущение, что я во второй Dishonored играю, реально, а не в первый. Просто жесть. Так,
Тюремный журнал, мне надо туда. Ага. Здесь какой-то эмбиент дико сильный. Рубит как следует. Так. А, ой-ой-ой-ой. Check the log. We've been moving people around to make room for the politicals. This never happened under the Empress. Someone will hear you. And it wasn't easy with the Empress around. She'd hold inspections with the royal protector trailing after her. Just wait until there's no bars between. I wish we'd taken care of her. He knows our faces. He could come back any time. If I'd been on duty, things would have gone differently. What? You don't think so? Бля. Сори. Слишком долго они пиздели, если честно. Я не думал, что они так долго будут стоять просто там. Сейчас идеальный 60 FPS. Я серьезно не знаю. То ли она реально так прогружает долго текстуры, что... Ну, на стриме там, по-моему, у меня 30 FPS максимально. Это особо незаметно, но... Поверьте на слово, 60 FPS... Вот что она выдает у меня. Но иногда почему-то проседает до 30, и это очень странная хрень. Причем потом опять восстанавливается и опять возвращается в 60. Поэтому, в общем, ладно. Постараюсь я, конечно, игнорировать эту херню, но дико раздражает такие просадки. Так, надо чувачка, наверное, придушить, я думаю, вот этого, потому что здесь никого нет больше. Ну да. Так. Otherwise he'd come here and settle himself. He's not in his cell. Check the log. We've been moving people around. Бля, вот опять лаги, блин, твою мать. Что за дерьмо? Не понимаю этого. Лучшее место. Сюда, например. Блин, вот здесь вообще 30 FPS, но это вообще чушь какая-то. Блять, меня вообще это бесит. Ну реально, что за херня? Что за чушь, блин? Все отлично работало всегда. О, вот сейчас идеальный 60 FPS. На что это влияет, я не понимаю. Так, они поменяли мой сетап. Так. Так, надо вот на эту трубу. Цепляющий. Теперь надо сохраниться. А, тут еще один ходит. Блин, я-то думал. Ну ладно. Оставлю его там, как есть. Блин, просто эти лаги приходящие вообще раздражают. Сил нет. Дверь не могу открыть. Очень странная фигня. Вот ж не подумал бы, что была проблема с Dishonored'ом. Вот если я открою дверь, то его увидят. Вопрос в том, куда его спрятать. Там его этот хрен увидит. Тут его эти. Сюда можешь положить.
Блин, они увидят его по-любому. Эти ссаные лаги меня уже просто... господи. Ладно, сейчас попробую перезайти в игру. Если не поможет, то я не знаю, я не хочу играть 30 FPS в Dishonored, блин. Это вообще полный бред. Сейчас еще раз тройну. Странно. Я помню, что он идеально работал всегда у меня. Вообще не понимаю, что за херня. Всегда был, ну, основная игра, по крайней мере, вся в 60 FPS у меня просто без единого лага прошла. Не знаю, что они в DLC что-то перемудрили, я не знаю. Я говорил, что в DLC как будто графон потерял. Пиздец просто. Не знаю. Не знаю. Я посмотрим, если такие лаги продолжатся, то тогда я кинцельну. Не хотел бы, конечно, кинцелить. Но играть в 30 FPS я точно не хочу. Мне это вообще не в радость. Что было все идеально, реально. Просто шикардосно все было. В общем, я уверен, даже дело не в графике. Если я графику понижу, то это не исправит. Блять. Кровавый след остался. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не, ладно. Ну, вроде пока нет лагов. Не знаю, еще посмотрим. Не, вернулись. Вернулись. Как только я умер и перезагрузился, и они опять появились. Да что ж ты не... О, здорово, чувак. Что-то теперь я тихо сделал звук. Чуть погромче сделать. Хорошо, чуть погромче. Так. А, да, он же в окно видит его, конечно. О, господи, как сложно-то. Еще, блин, эти лаги раздражают просто пиздец как. Не, ну, сейчас вроде получше стало. Если они пропадут совсем, то... В принципе, это было бы вообще идеально, конечно. Но мне надо в ту комнату, по-любому. Там странный тюремный журнал. Мне надо попасть туда. Положить так его, чтобы его никто не видел. Так, они его не увидят, да? Не знаю. О, лаги вернулись. Вообще охрененно. Ладно, хер с ним, с лагами продолжим. Ну вы так и будете друг на друга смотреть, ребят, ну камон. Как это вообще возможно пройти без палева? Стоят, пялятся друг на друга, блин. Красавчики. Там нечего делать. Мне как играть? Ты сюда идешь? Да ладно. Охренеть. Потом просто идет сюда, ну просто лучший вариант. Ай, сука. Что-то я не помню, что так дико сложно у него было. Уж я, конечно, не должен сюда сейчас идти, но... Но мне маркер показывает, что именно сюда мне этот журнал нужно добрать. Что-то я... Уж как-то... Опа. Вот он слепняк, реально.
Охренеть. Лол. Чувак реально слепой. То есть он стоит, болтает с ним, подходит к стенке, а потом идет, типа, в дверь входит. Ну, вообще круто. Так, хороший аркадий здесь. Здесь и так 30 FPS, блин. Ты еще харкаешь здесь. Отлично. Вот так надо было делать это. Так, ну ладно. Допустим. Допустим, мы это сделали. Спрятать тела. Срочно. Чтобы никто ничего не узнал. Здесь явно DLC-шка работает не так стабильно, как основная игра. Потому что просадки вообще очевидные. Так, журнал. Elizabeth Strait, C28. Вот что мне надо. Еще один ключ. А, это шкафчик. А, вот оглушающая мина. То, о чем я говорил в первой части DLC, когда мины, которые, на которые они налетали, зажигали их. Это вот они. Оглушающие мины. Они просто... Они, оказывается, их во втором DLC дают, а не в первом. Как-никак прогресс был какой-то. Так, на всякий случай. Тревогу. Перенастрою, чтобы никто кипиш не поднял. Блин, не, нихера не помогло. Просадки вообще, конечно, ужасные. Не помогает. Ладно. Шлемник. Так и быть. Попробую все-таки это пройти, оно не такое долгое, это DLC. Вот, так сказать, для полного прохождения, чтобы на Ютубе была вторая часть. То у меня первая часть ввода есть. Надо, чтобы и вторая была. Но, конечно, с такими лагами это, блин, никакого фана. Причем игры иногда, но как бы... расходится и становится нормально, как, ну, 60 FPS возвращается на ровном месте, причем абсолютно. Я подозреваю, что это с DLC какая-то херня. Ну, может быть, конечно, и я виноват отчасти. Ага. А, система управления камер в другом месте. Ты чё разорался? Бля, ну это прям вообще серьезно. Серьезно. Но здесь проход есть. Это прикольно. Странно, что игра более короткая версия игры.
оптимизировано хуже основной игры. Прям как-то вообще неправильно. Ну, ты можешь туда попадешь? Ага. Так. Ой, здесь вообще прям кошмарно, кошмарно. Да. Тут вообще прям жопа какая-то. О, а сейчас нормально. Сейчас 5.60. Я знаю, что все это прохождение, я говорю про FPS, но это реально бесит просто очень сильно. И главное, непонятно, как это все работает. Потому что вот сейчас опять 60 FPS, в то время как до этого буквально вот секунд 10 назад было 30. Ужас. Так, ну мне нужно туда. Я что думаю, знаете, что я думаю? Я думаю... Вкачать все-таки блинк на более дальнюю дистанцию. Наверное, это прям очень поможет мне. Второй левел сделаю. О! Идеально. Идеально. Крутяк. Ну вот опять сейчас. Вот только что было 60 FPS, только что идеально все было. И опять 38 пишется. И опять 60. Ну, я не знаю, что это такое, честно. Я уже сказал, что я не знаю, почему это так происходит. Либо игра лагает у тебя, и у тебя хреновое там, допустим, железо не тянет, и у тебя всегда 30, там, максимум 30 FPS, допустим, или ниже. Либо у тебя 60 FPS, и у тебя все зашибись. А тут именно, что вот получается, что вот на этом же месте ты стоишь, у тебя идеальный там 60 FPS, буквально через там... Если ты на этом же месте продолжишь стоять, у тебя там через там 5 секунд может 30 FPS появиться. Что это? Как это получается? С чего это? Вообще непонятно. Так, C28, по-моему, у нее. Если я ничего не путаю. C28. Да, C28, отлично. Так, пойдем. Блин, но этот блинк на неопределенную дистанцию, он рулит, конечно, что говорить. Он очень крутой. Он прям супер рулит. Я прям чувствую себя всемогущим с ним. Как Брюс. Ты открыл дверь, да? Почему ты не открыл дверь? C28. А, я не нажал, наверное, открыть. Ёбаный рот. Я нажал номер, но не нажал открыть. Чего? В смысле? Как они меня увидели оттуда? Лол. А чё они закипишили? А чё они закипишили-то теперь? Не, ну это бред какой-то. Я не хочу, чтобы они кипишили на ровном месте. Я понимаю, когда они кипишат, когда я реально залажал, но... Чё они часто закипишили? Всё ж нормально было. C28. Во. Шикарно. Не знаю, что они закипишевали тогда, но теперь мы ее сможем вытащить уже. Так, здорово. А, да, ее надо. Ну да, это не очень приятно, но... Но это лучше, чем если бы она бежала и мне приходилось бы нейтрализовывать врагов, типа, эскорт-миссии, поэтому... Я соглашусь на это с удовольствием. Так, спуск до комбо. В ту сторону. 30 FPS вернулись. Отлично. Ну, блин, здесь так левел построен, что проблем с передвижением вообще никаких нету. То есть, пожалуйста.
просто все легко и просто. Чуваки никогда не смотрят вверх, поэтому вообще насрать. Можно просто спокойненько все сделать. И это будет изи миссия. Просто изи. Изи-бризи. Так, надо сохраниться на всякий случай. Потому что придется спуститься в одном месте. А там два чувака стоят, если они... Да, вон они. Но они уходят. Тихо. Ой-ой-ой-ой-ой. Пятка в нос. Поэтому я и сохранился. Меня запалили какие-то ублюдки в конце. Так. Он не понял, кто меня запалил. Вот это что ли хрен? Не знаю, кто-то из них, короче. Это где мы как раз дверь взрываем в самом начале первого Dishonored. Та самая дверь, которую, видимо, уже поменяли после моего побега. Руна хрен с ней. Вон они возвращаются. Может быть, здесь можно как-то обойти? Да, точно, здесь как-то можно обойти. They don't hesitate to kill their own. Да. А, я не могу здесь пользоваться магией. Твою мать. Ой-ой-ой. Здесь сраная шарманка играет. О, спрыгни. Отлично. Все, вроде home free. Рун только подберу. Украденную. Раз она украденная, украду ее. Так, все. Это мы сделали. Это было легко. Это было легко по сравнению с тем, что было до этого. Это очень легко. Нелегко то, что 30 FPS, вот это реально легко. А так, изи. Ну да. Идем. Так, заспидранили нормально, быстренько. Так. Но, даже ни разу не раскрыли, шикардос. Даже все руны подобрал, я вообще не старался даже. Крутяк, вообще идеально. Супер. Супер круто. Dunwall is changing fast. Six months ago, Draper's Ward was where Dunwall's rich and well-born strolled and shopped and tried to be seen. The plague burned through it in days. Today it's a battleground where two street gangs fight over the spoils. The Hatters and Lizzie's gang. The Dead Eels. Lizzie Stride was the boss until Edgar Wakefield betrayed her and took her place. And her riverboat. It's the kind of thing that happens every day in Dunwall. I don't judge him. I've done worse myself. But I need that boat. Edgar Wakefield and I have business. Все купим тогда. Хотя я не собирал особо лут на этом спидране, но нормально. Мне хватит этого количества. Так. The textile mill used to run off a water wheel before the canal went dry. It started up again recently. And whatever the Hatters did to get it working has enraged the Dead Eels. They're fighting in the streets. Причал.
Угу, тут две банды борются друг против друга. Все, конечно, хорошо, но... Они меня тоже не недолюбливают, поэтому лучше не попадаться им на глаза. Текстильная фабрика, причал. Подарок Абигейл. Чё, ха? Чё ты хакаешь? Так, мужчина, который вспомнил моего черноглазого суженого. Угу. Это опять эта бабулька. Ну, ничего не обещаю, но, может быть, попробую. Может быть, попробую. Так. Сюда надо кольцо положить. Тут, короче, двух чуваков положить сюда, бабу и мужика, и... Тогда мне дадут руну. Ну, это все. А, блин, они же слышат меня, да-да-да. Так, спрятанную руну надо... Через спрятанную руну сначала подобрать. О, эти опять здесь... воюют за территорию. Прикольные у них разборки, прикольные. Так, я помню, где эта руна. С той стороны. Угу. И записка. Так, что там, куда теперь мне? Причал, текстильная фабрика, подарок Абигейл. Пойдем сначала подарок Абигейл заберем тогда. Потом пойдем в текстильную фабрику. И уж потом на причал тогда, я думаю. Ах ты, падла. Хватит, не надо. Давай без этого. Давай без этого, мужик. Отстань от меня.
мне лень. Бля, промахнулся. Я хотел убить его красиво. Ладно, не суть. Все равно перезагружаться придется. Так, если я пойду вот сюда таким путем, а? По низу. Так. Не помню, что здесь надо затопить эту херню, короче, тогда вода будет здесь. Так я не помню, где это и как это все делается, поэтому я просто пойду. Что у меня фабрика? Да блин, твою мать, залезь куда-нибудь. Я понял, ладно. Так. Они со мной дерутся или с... Понятно. Или сразу на причал пойти и игнорировать всю эту херню. Да, пойду, пожалуй, сразу на причал. Ну и вон нахер все это. Слишком не лень с ними разбираться сейчас. Пойдем сразу на причал. It's over. Just make it quick. You're here to kill me. Make it fast or get lost. I thought I was finished. They'll never believe who saved me. Да я вообще спаситель человечества. Текстильная фабрика. Нет, причал. Не, ну у меня маркер стоит на причале. Пойдем на причал. Так. По-моему, как раз на причале мне и нужно встретиться с ней. Затонувший ящик. Удина. Ундина. Wakefield's a hard man, but he's not as fun as Lizzie. Lizzie enjoyed it more. Yeah. Even Lizzie never drowned victims in a sack. Still see him squirming for air. Так. Так, давай сюда. Ага. Сидишь? Блин, оно телепортнулось, ёптать. У нее те же скиллы, что и у меня. Блин, я хотел тебя убить, чувак. Ты так не пугай больше никогда. Dumping contraband if they get caught. Perhaps the Undine is no different. Undine, блин. Пугал меня реально. Чувачок мой.
You ever get that creepy feeling of being watched? I had that a bunch lately. Funny. Потому что за тобой реально смотрят. Наблюдают. There's the boat. Wakefield's probably keeping himself below decks. Whatever I do to him, it will be a mercy compared to what Lizzie has in mind. Lizzie's boat is smaller than I remember. Не, гудок мы не будем, пожалуй, активировать. Так он сказал, below decks, то внизу. Сейчас сохранюсь. И вниз. Не, подожди, там чувак ходит. Ждем, пока он уйдет. Отлично. Ай-яй-яй. Time to signal Lizzie. Угу. Отлично. Остался сигнал подать ей. Сигнал Лизи, это вот так, да? Lizzie Stride is assuming control of the Dead Eels now. She's ordered them to give you safe passage. Your friend Edgar Wakefield set me up to be taken by the City Watch, and you followed him, took his orders. But you know Громила. Не такая уж она и громила. I'm filled with love. But the following people each owe me a finger. Logan, Douglas, Bang Bang, Ferris, Pigface, the Bakers, and Annabelle. Shit. Two from you, Annabelle. Have a good night. Какая она милая девушка. Говори со мной. Piece of garbage, Edgar. I'm still living with his incompetence. He let the Hatters cripple the Undine. Ship seems fine to me. They took the engine core. We're dead in the water. What is it? Can we make a new one? They don't make them anymore. Not for an engine like the Undine's. We'll have to get it back. The geezer still leads the Hatter gang, right? I'll pay him a visit. It won't be that easy. There's a snag. Always is. What's this one? The geezer's about 100 years old by now. He's got it rigged so that if he dies, the whole place gets gassed. So they're real careful around him. Got him a nurse and everything. Maybe you can cut a deal for that engine coil. Turn on the charm. One of the Hatters gave me their door password in exchange for keeping the rest of his fingers. It's whalebone. I never got to use it on account of the gas and being in jail. Just be ready to move when I get back. Угу. Пройдем в текстильную фабрику. Так. Пойдем сначала за тонущий ящик заберем. Меня жрут. Сраная рыба. Да ёб твою мать, отстаньте от меня. Все, я ушел. Блин, какие они агрессивные, капец. Жесть. Так, ладно, все.
Good to have Lizzie back. We'll be on the river soon. Так, а эти чуваки, которые с той стороны, интересно, будут меня атаковать или нет? Сейчас глянем. Текстильную фабрику. Вообще не должны, по идее. То есть теперь у меня только шляпники. Шляпники только не любят. Так, текстильная фабрика с той стороны. Блин, ну ты гонишься. Эти опять там воюют. Так, интересно, если я телепортнусь, на то люстра меня убьет током или нет. Че узнаем. Бля, да не. Я сорвался. Во. Не достало, нормально. Подарок Абигейл. Блин, а че я подарок-то не забрал? Сейчас заберу. Наверху. Абигейльский подарок. Понятно. Хороший подарок. Мне понравился. Лучший подарок. Да. Это та баба, которую я пытал на электрическом стуле, точно. Она мне оставила подарок. Ну ладно. Неплохо. Ну, мне, в принципе, понравился нормальный такой подарок. Чего бы нет-то. Лучше такой, чем никакой вообще. Шляпники. Реально, как будто они из-за леса, блин, сбежали. Шляпники. Хэттерс. Дурацкие. Еще хуже, чем эти плакальщики. О, не плакальщики, а как их? Battle Street Gang, короче, из основной игры. Тоже те еще бомжи. Так. What's the password? Whalebone. Whalebone. Come in, Hatter. Hatter. А, я помню, да, я помню эту локацию. Там будет дед этот сидеть, ну да. Sir, the Hatters are using the textile machines to make shrouds for the plague dead. Mm-hmm. Now we know why they took the engine coil.
man who runs the Hatters is more cunning than he looks. He can flood this place with a toxic gas. In time, it'll eat through our air filters. You may have to make a deal. Так. You're in charge of the gate. It don't mean the rest of us are idiots. Yeah? What's that? Well, you're such a genius. It ought to be real easy to see who it was. So go check it out. Fine. I don't know why you're worried about nothing. Так, рабочие Ротфельда. Для чего-то мне нужен. Раз нужно, значит нужно. All these rats crawling all over everything. Doubt. Didn't think I'd ever see you again. А, это тот самый чувак. Slaughterhouse. They got us working around the clock, making shrouds for all of the plague victims. Kind of makes me sick. But they have to come from somewhere, I guess. How do I get into the engine room? It's down in the basement. But you can't get in without the combination. And where would I find that? Nurse Trimble. He takes care of the geezer. But I'd bet my broom handle that's only half the story. See, the geezer's supposed to be the boss, but Trimble never lets anyone near him. Claims it's for his health. I'm sure the geezer knows the combination too. Except fat chance talking to him alone. Only time Nurse Trimble leaves is to check the lab equipment he's got upstairs. Thanks for the help. Ну да, спасибо. The only other person I've seen go into the engine room так, is the mechanic. Во-первых, берем все, что здесь есть. 6 дней. Come back since. Эмбрион крысы. I'm going home. Да, I иди, hope иди. I still have a job after. Вали. Вали. Do whatever you need to do. Ой-ой-ой. Чуть не запалился. Да хватит харкаться, это отвратительно, чувак. Это отвратительно. Помню, что он на верхнем этаже был, этот дед. Дед-пердед. Блин, я не знаю, как он видел меня за его другом. Я спрятался вроде за его тело, но он, может быть, он прозрачный. Блин. Не получилось залезть. Да что ты будешь делать? Да ёп... Твою малеву. Не запрыгнул. Не запрыгнул. Не вышло. Блин, ты где здесь? А, вот оно. Угу. Здесь там два чувака ходят, да? Надо, короче, наверх залезть. Трубу. Вон он. Нам сюда, да? Wakefield miscalculated badly. Найти. I predicted this. Говорить с ним. A man like Wakefield knows which end of a knife is for. My name's Dowd. I'm looking for Lizzie Stride's missing engine coil. I'm giving you a chance to make a deal. Is it worth all this dirt of making a dang hard matter? Yes, sir. Very reasonable offer. Geezer here says you're in luck. We only need that engine coil because
someone shut off the flow that turns our water wheel. I sent men into the sewers to restore the flow, and not one of them came back. But what stopped them won't be a problem for the famous Dowd, will it? When the water flows, I'll give you the engine coil. Here's the key to the sewer entrance, and it's a pleasure to do business with you, Mr. Dow. The Hatters will behave themselves. Oh, отлично. As long as you keep your end of the bargain. Шикарно. Так, берем сразу все. Теперь у меня шляпники не будут атаковать. Можно не ныкаться больше. Катакомбы. Городской квартал. Вспомни, как отсюда выбраться. Или я правильно шел вниз, надо. Ага. Ага, точно. Здесь. Блин, тут растяжки. Это чувак, с которым я говорил. Да я уж поговорил с ним, чувак. Я уже с ним поговорил. Запрыгивай. И сюда. Ну, эта миссия дольше, чем я думал. Я думал, она гораздо короче будет. Но она длинная. Казалось. Так. Прыгиваем сюда. Идем. А, да, точно, там же ведьмы сейчас будут в этом. В катакомбах. Все, я вспомнил. Все, я вспомнил. Ах ты, говна кусок. Нафиг. Какахи эти. Плюющиеся говном. Ау. Ау. Ау, ау. Блядь, да идите. Блин, нахуй. Крысы ебаные. Все нормально. Ну чё? А дверь можно взорвать, интересно? Все. Блин, я не понял, а чё меня сюда тогда послали? Если у меня нет пути никакого пройти здесь. Ну, так неинтересно. Сейчас опять меня будут плевать говном. Так. Ага, help me, блин. Я знаю, что ты ссаная ведьма. Я не буду тебе помогать. Шлюха ты такая. Я тебе хедшот лучше поставлю. Разот. Знаю я ее. Help me, help me. Я уже один раз попался на эту хрень. Лучше не стану. Мразь. Бля, сраные телепортирующиеся ведьмы, а? Как они бесят. Я вроде свалил от них. Вентиль. Где вентиль? Ключ.
he'd be reduced to dancing under the moon and parlor tricks. You must be wrong. Why else would she put us here? Ну вот они, ведьмы. Данвола. Следующая миссия там вообще вся будет построена на локации ведьм. Все было не так. Все было не так. Так. Блин, тут саны эти. Виперы. Так, установить подачу воды. Давай, мадам, иди сюда. Блин, она на меня теле виперов на это натравила. Эх, засранка. Ну и засранка. Как ты не попал в нее? Ладно, нормально. Я считаю это за успех. Так, ну, собственно, вот. А, тут мешают эти, как его называют. Корни, корни. Минус один корень. И минус второй. Не понял. В смысле? Ау! Что происходит? Нахер. Не, чувак, ну это вообще говно полное. Говнина полнейшая. Ну хватит тебе лагать, ты кусок кала. Бля, почему у меня стоят смертельные дротики вместо снотворных? Что за... Короче. Короче. Ну, правильно. Отвлечь их надо было. Симпатичная баба. Четкие такие. Что они поговорят и разойдутся по себе.
Ладно, сейчас подожду немного, они сейчас догорят. Может, они сами разойдутся. Они меня ждут. Так, вот они вроде пропали. Вот здесь я сейф кину. На всякий случай. Ну, я вроде не вижу никого. Наверху одна. Мадам и ведьма. Ну, выруби ее. Чё-то... Ну, блин, твою мать. Блях, муха. Минус один, ладно. А чё второй-то не рвется? Почему второй-то не рвется? Блин, рвется только очень хреново. Я сваливаю отсюда. Просто сваливаю отсюда и все. Чуваки, сами разбирайтесь во всем этом говне. Я не хочу ничего общего с этим иметь. Все осмелело. Все, до свидания. До свидания. Меня нет. Я ушел. Ай-яй-яй-яй-яй. Сраные бурундуки, я про них забыл. Черт, какие бурундуки, о чем я? Короче, все. Фу, это было сложно. Но мы справились. Мы справились, чуваки. Мы сделали это. Хэттеры меня не атакуют же, правильно? Не атакуют? Нет, не атакуют. Отлично. Попробуй, забери. Я вижу секретный проход. Ага. Отлично. Так, ну вот, собственно, мы и сделали то, что нам просили от нас. Гениальная озвучка. Ну, отлично. Отлично! Используй код, чтобы войти в машинное отделение. Будет сделано. Найду только как спуститься сюда. Бля, еще ниже. Правильно я запомнил? 843? О, еще неправильно запомнил я.
8-7-3. Нормально. Так, все. Стал свернуться и отдать ей эту херню. Блин, это вообще вход в катакомбы. Нет, я не хочу в катакомбы. Нет. Вернись обратно. Нет, не в катакомбы, а на причал. Может, не дашь пройти, нет? Блин, тут стена света. Хрен пройдешь, реально. Тут все закрыто. Вообще у них просто сложность с перемещением в пространстве. Все, можно возвращаться спокойно. Томат получил, но это. Да. Отлично. Так, хеттеры теперь меня тоже не атакуют, да? Меня никто не атакует. Я думаю, тебя не возьмут тусовку Бойлом, ты уж, конечно, извини, но не с таким лицом. Да, они типа помирились. Угри вместе с этими, с шляпниками теперь не воюют. Потому что я миротворец великий. И помирил всех. Именно так. Дадим двигатель и переходим на следующую финальную миссию в первом Dishonored в дополнении. Ах, они, сука, ведьмы. Я не буду с ними драться. Сами разбирайтесь с ними. Как скажешь. Да, последняя миссия сейчас будет. Ну, неплохо, неплохо. Все еще низкий хаос, все еще неплохо. Да, особняк Бригмора, вот эта последняя локация. Населенная ведьмами по максимуму. And the Brickmore witches. I'd always left them alone, but now a painter named Delilah had taken up witchcraft and formed a coven. She was trying something. A ritual. But what kind? The outsider knows. I cannot abide a mystery. Так, последний раз купим услуги. Купим немножечко вот так вот и все. А бесшумных сапог у него нету, как у Куро, да? Угу. Ну ладно.
scouted, sir. They've locked the front, and I've seen evidence of snares. Also, maybe it's nothing. But I spotted several statues of the woman Delilah. I don't know what it means, but I thought it was worth mentioning. Ничего хорошего. Да, именно. They're getting in and out of the house somehow, but I haven't spotted it. Sorry, sir. Best I can do. Good enough. I'll take it from here. Так, сейчас я, секундочку, буквально, парсек. Так, продолжаем. Да, последняя миссия, последняя локация. Я попал в ловушку. В первую из ловушек. Да, здесь херово туча ловушек на этой карте. Которые сделаны в виде собачьих черепов, которые респаунится в виде собачьих трупов, собак-убийц, поэтому надо быть аккуратнее. Тайник. Допрыгиваю. Everything is in order, sir. Нормально все. Strange doings, sir. I killed a hound in the yard, and it got straight back up and went for me. I had to crush its skull to be sure. Да я только что это сделал сам, чувак. Ты не поверишь. Я сам сделал ровно то же самое, абсолютно прям. Прям вот прям. Same shit, так сказать. Статуи, кстати, защитные, они могут тебя запалить. Ай-яй-яй-яй-яй. Бля, не успел. Красивые текстуры, кстати. Плохие. Not bad, not bad. Так, ладно, это все, конечно, прикольно прикалываться так, но... Я, кстати, не
понимаю, почему я здесь оказался. Я вроде не... не сохранялся в этом месте, но ладно. I hope everything is in order, sir. Strange doings, sir. I killed a hound in the yard, and it got straight back up and went for me. I had to crush its skull to be sure. Так. Окей. А, вот, брешь в стене, мне туда надо. Ай-яй-яй-яй-яй. Сраные цветы. То есть не цветы, а... Блин. Сейчас они меня убьют. Вообще круто. Да ёб твою мать. Не, все, короче, это Rage Quit, чуваки. Это Rage Quit. Шучу. Ну, блин, реально бесит уже. Блин, ну реально, что за херня? Чуваки, ну... Все я делаю правильно. Что за фигня? В принципе, можем их, конечно, убить, но... I hope everything is in order, sir. Да все в порядке, ты задолбал. Strange doings, sir. I killed a hound. Да-да-да, чувак. Говори сам с собой. Я тебя внимательно слушаю. Потому что игра здесь сохранилась в прошлый раз. Я не знаю, почему она не сохранилась. Должна была засейвиться. Ну, теперь меня услышали. Получилось. Вау, теперь она сохранилась. Поместье. Я помню, что она как-то здесь можно поверху пройти это все дело. Вроде как. Разве нет? Прикольная штука была. Или все-таки мне сюда? Не хотят. Где я вам ключ найду, блин? Ключ найди. А, круто. Классное место для сейва. Ключ.
где же ключ? В одном из домов, может. Ау! Как мне достали эти растения из Марио, блин. Все равно задамажил, а ты свой на нее. Еще где? Ловушка. Тяжелый рычаг. Мне не нужен рычаг, мне нужен. Ведьма в красной... А, да, это где там будет такая ведьма, которая типа... Типа за меня, что ли? В моей стране, короче. Давай, идем, поговорим с тобой здесь. Где никто не видит. Don't think I'm on your side, because I'm not. If you raise a hand to any of my sisters but Delilah, you'll answer to me. Understood. What have you got? When her ritual's done, Emily Caldwin's mind will be gone, and Delilah will look out through her eyes the rest of her life. And Delilah will rule as Empress. That's up to you. I've got my money. That's all I need. Wait. What about a way in? Да, вот скажи мне. The crypt. There's a lever that opens. А, точно, через гробницу еще можно, да. That's all I can tell you. Мне возвращаться обратно, получается. Ну ладно. Так, там эта херня опять висит. Давай, открывайся. Так, ну я подобрал эту рычаг. Теперь я смогу попасть в дом. Более или менее. Побежать все это дело. А, зараза. Так, все. Еще побережье. Почему у меня побережье висит? Что там такого интересного? Ай, твою мать. Хрень здесь тоже. Побережье. Чё побережье-то? Так. Давай, открывайся. Давай, ты откроешься. Не. Так, ну мне надо на кладбище. Мне похуй на этого дворецкого. Мне вообще барабану совершенно. Что мне реально надо, так это попасть внутрь. Ни хрена себе. Вот она лютая.
даже не видел, откуда она взялась. Ёпта, собаки эти ссаные. Ау! Йоу! Бля, она пол... Хотел сказать, пол лица съедает сразу, но она все лицо съедает сразу. О, господи. Я с тобой еще не поговорил. Прикалываешься, что ли? Не, ну это неинтересно. Это просто неинтересно. Давай. Пойдем поговорим еще разок. Блин, я думал, что игра сохраняется автоматически, но не особо. Understood. What have you got? When her ritual is done, Emily Caldwin's mind will be gone, and Delilah will look out through her eyes the rest of her life. And Delilah will rule as empress. That's up to you. I've got my money. That's all I need. Wait. What about a way in? Use the crypt. There's a lever that opens one of the tombs. The lever is kept in the shed. That's all I can tell you. Так, ну левер я нашел. Так, я еще раз убедюсь в этом. Да. Так, чтобы больше, так сказать, не допускать подобной. Да, блядь, ёбаная трясня, сука. Как меня накаляет это. Паркур-система, блин, кривожопая. Так, ладно. Забрались. Теперь, правда, походить все это говнище ебаное. Не очень весело, но... По-другому никак. Падла. Ух ты. Ёптать. Ключ, ключ, ключ. Главного входа. Но я уже решил через этот... Через кладбище идти, так что это... Сорян. Хотя можно, в принципе, и через основное пойти. Ёб твою налево! Я чуть штаны не надел, вот только как она появилась резко. Дура, блин. Ну реально, дурная баба. Down, down, down. I grow sick of this assassin. А, тебе надоел этот ассасин, да, но... Other sisters speak of him with a tiny shudder of awe in their voices. Ха-ха! Так вот, будете знать. Ничего, надо Дауду гнать. Блин, правда, до кладбища хрен доберешься теперь, потому что здесь легче на самом деле через основное все-таки пройти проход. Парадная дверь поместья. Так, ладно, не пойдет. Да, вот здесь сейф кинем. Теперь попробуем. А, я упал. Ну, все равно не хватает расстояния. Но можно было бы еще длиннее сделать блинк, чтобы вообще через всю карту бил. У меня квиксейв здесь получился, поэтому это круто.
Так, 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 быстрее, 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 быстрее. Быстрее. Ай, там ебучие крысы. Давай, иди сюда. Порубим пока крысок немного. Ну и чё, вы съебались? Yes. Это я. Привет. Как страшно, вау. That was scary. Нет, не очень. Чё мне показывает сюда гробница? Ну и чё? Чё гробница-то? Ладно. Не знаю, что мне показывать, но я пойду в особняк. В любом случае. Так. Что у нас в особняке помимо 5 FPS? Портятся они лихо. Так, я помню, что с этим чуваком лучше не разговаривать, потому что он, по-моему, начнет орать или на помощь звать, или что-то в этом роде. Поэтому я лучше с ним не буду говорить. Так, что мне там? Обыскать особняк. Тиделайл. Так, я помню, что она где-то... Где-то... Там. Здесь, по-моему, где-то. Если я ничего не путаю. Ёптать. Ну твою мать, а. Все время забываешь, что это не так работает. Как во второй части. О. Да, во. Я пришел куда надо. Угу. Здесь вообще с ОПСом проблема. Галерею, в галерею надо теперь. Ага. Так, галерея, галерея. Ай-яй-яй, не надо. Да. Я очень близок к завершению. Очень близок. Хочется даже говорить, насколько близок. Чёртова псина. Нет, не надо, не иди сюда. Все, мое терпение кончилось. Я буду рулить. Все равно сраные ведьмы, они не люди же. Меня достали. Нахер иди. Давай, давай. Давай. Ну и чё? Ну и чё? Ну и чё? Тоже мне. Лол. Чё они мне сделают?
Даут начинает терять терпение. Всего этого бреда. Блин, она меня ваншотнула вообще жопа. Ты можешь остановиться на секунду? Я не могу попасть по тебе. Ведьма, это просто жесть. Что во втором Dishonored, что в первом, это вообще просто ад. Адская херня. Телепортирующиеся враги, как это круто. Все, лежи, отдыхай. Блин, их дохера здесь. Почему люстра сломана, блин? Как я должен перемещаться? Все сломано. Куски говна. Главное, что я так близок уже. Ну прям вообще, ну так... так близок к завершению этой игры. Да. Близок, да недостаточно. Ссаные ведьмы Бригмара. Куски говна, блин. Ладно, ладно, чуть больше терпения, чуть больше терпения. Чуть-чуть больше терпения. И все будет хорошо. Ну, просто их там так много, что очень легко потерять терпение. Знаете ли. Так, вот от этих избавились. Нормально, вот так хорошо вообще. Так, шикарно идем. Все, почти пришли. Почти пришли. Так, галерея. Аэропорт. Ну блин, ну как ты меня увидела? Как вот она меня увидела? Как? Я же телепортнулся сквозь эту хрень. Я ее не понимаю. То есть я подпрыгнул. Так, нормально. Сестры, блин, тоже. Да ёпта! Сколько здесь бомб вообще стоит? Короче, все, я больше ничего не разминирую, просто перепрыгиваю все это говно, потому что это полное говнище вообще. Буби-трапс сделали, блин. Они же сраные ведьмы, они не должны делать буби-трапс. Какого хрена? Все, мать его, заминировано, блин. Не, идите в жопу. Идите вы нахер. Я не собираюсь участвовать в вашем веселье. Тут я сейф кину, пожалуй. И все, и будет мне счастье.
something goes wrong. Откуда ты, сука, знаешь, что я, блядь, наверху, мразь? Конченая, блядь. Откуда ты это, сука, узнала, тварь? Ты мразь конченая, а? Ну иди сюда. Не, она на дистанции хочет работать. Все, наконец-то. Наконец-то мы убьем Делайлу. Хотя нет, я не буду ее убивать, я сделаю с ней очень забавную штуку. Запру ее в ебучей картине. Как, собственно, это было предначертано судьбой. Она хотела вселиться в тело Эмили, императрицы, и править с помощью ее тела. Но я это все знаю. Я эту шлюху запру. You have many talents, Dow, так что все. And they've served you. Delilah's talents are quite different. She creates images, but she does more. She captures spirit. She insinuates her will into her subject. Все-таки какой же охуенный Билли Лаш озвучивавший аутсайдера. А сколько у него пизжий голос, чем у этого бомжа, который озвучивал во второй части его. Да. Эмили's life, Delilah's ambition, an empire in the act of crumbling. In your long life, I've rarely seen you act with such consummate grace. No, I ты хули думал? Mark sparingly, and I don't play favorites, but I will watch this with unusual attention. Чувак, судя по всему, мы тебя во втором Dishonored'е убьем. В первом DLC. Поэтому за тобой Билли Лёрк придет. Time to see what you've really got, Delilah. Подменим картину сейчас, короче. Вот что мы сейчас сделаем. Подменим саную картину. Чтобы Делайле, вместо того, чтобы вселиться в тело императрицы, Эмили вселилась в тело... В тело картины, хотел сказать. Вселилась в картину, а на картине будет изображено нечто особенное. Хотя, с другой стороны, ведь можно же просто убить ее. И не париться. Да, я так, наверное, и сделаю. Нет. Нет. Это неинтересно. Нет, загрузи. Вот. Сейчас все будет, пацаны. Все будет круто. Мы так круто сделаем, что, блять, никогда так еще никто не делал. Нейтрализовать. Копперспун. Отлично. Daughter of Jessamine Caldwin, heir to the Empire. Бля, я не знал, что это так сложно, если ты хочешь и убить ее именно. Я думал, что бы ее одним ваншотом можно убить. Оказалось, она меня камшотом залила. Ну пиздец, чуваки, это полный ад. Я не знал, что это так будет. А я могу ее не убивая? Или нет? Я помню, что можно картину подменить.
Во, возможно, я могу подменить все-таки ее. Может быть, я что-то не подобрал, чтобы подменить. Бля, ну это будет хуево, если так не получится сделать. Давай, Далила, свали нахер. Viridian bile. The tones of your flesh I tempered with Pandician chalk. The same loom that spun. Что-то я не понимаю. Я помню, что можно ее подменить, эту картину, но. Fabric of your dresses made this canvas. I made my brushes from the hairs of your own scalp. Emily. Ты, сука, можешь выстрелить, блять? Тритард тупорылый. Эмили Колдвин, daughter of Jessamine Colvin, heir to the Empire of the Isles. I call out to you from the void. I call you with ochre from Morley. Doubt. Well, you've lived up to my expectations. Creeping in like a mouse. The mouse of Dunwall. I must say, I'm surprised you came this far. You're the one who gave me this chance in the first place. I thought I might see the Lord Protector pop up at the last minute. But never you. I suspect Corvo's busy. Are you doing this for Emily? Don't bother. You killed her mother in front of her and sold her to a gang of murderous crooks. You think she's fit for the throne? No. The girl Emily Colvin will have the mind of Delilah the First, who did not inherit everything she got, but came to power through the force of her own genius. Your genius couldn't keep me from reaching you. Won't save you now. Oh. Who have your victims been, Dowd? Civil servants? The housekeeping staff? Drunken boys on watch duty and frail old aristocrats? None like me. Your mother should have taught you not to anger a witch. I'll kill you! Ни хрена себе, она ваншотает. Да, мама не зря говорила не связываться с ведьмами, ни хрена себе, она реально ваншотнула меня просто. Короче, надо дождаться, пока она развернется, подменять картины и... Подменить картину, вот и все. Чтобы, если кто не хочет драться с ней, так, такой небольшой гайд вам. Ребятки, хуй вам в пятки. Ай, вот она разворачивается. Меняем картину. Сваливаем. Все. Даже можем вот отсюда наблюдать за всей этой. Все. Давай, давай. Да. Запрем ее в картины и навечно. Ой, не навечно, до второй части, сори. Во второй части она будет... Хотя во второй части в конце можно, по-моему, примерно то же самое с ней сделать. Также запереть ее в картине, по-моему. Я так и не понял, что мы с ней в результате делаем, но... По-моему, что-то похожее. Давай, давай, давай. Давай быстрее, а? Сколько можно? Lived in his
Наконец. Иди. Вот и все. Да, на этом конец. Эмили спасена. Смотрим финальную кат-сцену, так сказать. Watches everything and thinks his own dark thoughts and speaks to few in any generation. I've learned that our choices always matter to someone, somewhere. And sooner or later, in ways we can't always fathom, the consequences come back to us. I came from Cirkonos to Dunwall as a boy, made my living as a killer, one of the few who've heard the outsider's voice. I murdered an empress, but saved her daughter, who will one day rule the empire. Those were my choices. I'm ready for what comes. Ну вот, типа, если бы я убил его в основной игре, то Корво бы убил бы его здесь, в этой катсцене. Ну так как я не убил Дауда, он пощадил, соответственно... Killed your empress and took her daughter. Something broke inside me. Now I want nothing but to leave this city and fade from the memory of those who reside here. I've had enough killing. So my life is in your hands. Make your choice. Ну, Корво его не убил. Eloquent plea for a man with innocent. Установил игре, поэтому. It's a shame Corvo doesn't know the real story, isn't it? How in these last days you passed through Coldridge Prison like a shadow, dared the tangles of Dunwall's underworld, and walked out unscathed, outwitted one of the greatest witches in a generation, all with consummate care and skill. How you saved Emily Caldwin, daughter of the Empress, first of her name, and no one will ever know. But how does it end for Dowd, the hired killer, the murderer, the savior of the Empire? It's up to Corvo now. Но он не убьет его, потому что я его не убил. Я уже говорил. В основной игре, если ты не убиваешь Дауда, то и в конце второго DLC он его не убивает. Потому что он хороший. Да. Типа. Ну вот, собственно, и Brigmar Witches. Финальная DLC от Arkane Studios. Издатель Bethesda. В общем, да, отличная игра, отличные DLC-шки, отличная атмосфера, отличный сеттинг, симпатичные визуальные эффекты, стрёмненькая графика, текстурки 75-го года, понятное дело. Но не это же важное в игре, правильно? А геймплей? А геймплей здесь, ребятки, просто знатный, знатный. Топовый геймплей. Моя оценка игре была, когда она вышла, 9 из 10. Сейчас бы, наверное, взглянув назад, я бы поставил ей скорее, наверное, восьмерочку бы все-таки. Если так более объективно смотреть. Но я думаю, все-таки по ощущениям больше девятка для меня. Вот. Новому Dishonored я поставил бы точно семерку, наверное. Не больше, наверное. А вот последнему, второму я имею в виду. Но первый Dishonored мне понравился очень сильно, поэтому... Ну, тут еще эффект новизны был в то время, как бы игра только вышла, и... Что-то типа похожее на Thief. Ничего не было, долгое время не выходило, поэтому... Наверное, за вот все вот эти моменты можно было больше оценку накинуть игре, но... В любом случае, игра очень качественная. Всем советую покупки к игре, у кого еще нет. Обязательно покупайте, обязательно играйте, обязательно
все это, потому что это очень важно. Это важно. Это круто, это реально классная игра. Все, чуваки, спасибо за просмотр. Все, кто смотрел, все, кто комментировал, все, кто пришел сегодня на стрим. Спасибо огромное, ребята. Увидимся, когда увидимся. Ну а на Ютубе, ребята, приятного просмотра. Ставьте лайки, комментируйте. И, конечно же, подписывайтесь. Прежде всего, подписывайтесь. Все, спасибо за просмотр. Титр, я думаю, скипнуть. Потому что, в принципе, там ничего после них не будет. А, нет, будет. Подождите секунду. Я уж попрощался со всеми, но... Да. Все, чуваки, теперь точно все. Спасибо за просмотр. Еще раз ставьте лайки, подписывайтесь и увидимся в следующий раз. Всем спасибо, всем пока.